В эти минуты завершает свою работу арт-фестиваль «Про мысли». Интерактивная площадка собирает творческие коллективы и умельцев уже во второй раз. Гости фестиваля могут научиться каллиграфии, танцевать фламенко, а также сделать блокнот и елочную игрушку своими руками. Кроме того, здесь можно купить натуральные елочные игрушки, которые мастера сделали сами. Главная задача фестиваля, по словам организаторов, создать у гостей новогоднее настроение. Идейность была предновогоднее настроение. Вроде бы еще рано, начало декабря, но так как нет этого настроения, а его очень хочется, мы решили первую в библиотеке предновогоднюю интерактивную площадку устроить.